Дорогие друзья, для создания осеннего букета вам понадобятся листья крупные, любые декоративные элементы, ленты атласные, нити, ножницы. Приступим. Складываем листья пополам и от края сгиба начинаем закручивать бутон. При этом нужно не сильно сдавливать, чтобы бутон оставался объемным. И таким образом вы можете завернуть в бутон несколько листьев. Сформировав бутон, мы оборачиваем его основание нитью. Итак, наш первый бутон готов. Приступаем к следующему. Чем больше листьев вы обернете, тем крупнее будет ваш бутон. Итак, наши 11 бутонов готовы. Мы скрепляем их в букет при помощи нити. Далее букет украшаем яркими декоративными ягодами. Для целостности букета обернем кленовыми листьями, тем самым придадим объем композиции. Также закрепим нитью у основания. И для того, чтобы украсить ножку букета, обернем ее атласной лентой. Наш букет готов. Немного сбрызните букет лаком, и он будет радовать вас яркими красками, напоминая о прекрасной осени.